небольшие животные, которых вы никогда раньше не видели. Кокосовый краб, другое название пальмовый вор. В декабре 2014 года жители Гонолулу, столицы Гавайев, были ошеломлены, когда однажды увидели гигантских крабов, переходящих улицу. Эти виды членистоногих могут вырастать до 91 см в поперечнике и до 4 кг веса и могут доживать до 120 лет. Известно, что они могут схватить кошку, воровать еду и залезать в мусорные баки. В настоящее время на Гавайях они находятся вне закона и их стараются отлавливать. Гигантская китайская саламандра. Гигантская китайская саламандра, самая большая пресмыкающаяся в мире, может достигать 180 см в длину. Эти животные очень древние, считаются живыми ископаемыми. Также считаются деликатесом в некоторых странах. Китайцы, кроме того, верят, что гигантские саламандры обладают энергией для оздоровления, поэтому активно используются в китайской медицине. В настоящее время гигантская саламандра находится на грани вымирания, и ученые работают над восстановлением их численности. Рыба луна. Рыба луна известна как самая тяжелая костная рыба в мире. Может весить в пределах от 550 кг до почти тонны. Самая большая известная рыба была в высоту, с плавниками, около 3,5 метров. Питался рыба медузами, и, поскольку это блюдо не самое сытное, есть приходится много. Что и приводит к таким размерам рыбы. Лягушка Голиаф. Лягушка Голиаф. Самая большая лягушка на Земле. Может достигать 30 сантиметров и весить более 3 килограмм. Обитают в разных местах Африки на берегах водоемов и в некоторых странах употребляются в пищу, потому что одной такой лягушкой местный житель может питаться 3 дня. К сожалению, численность лягушек Голиаф резко сократилась, и они находятся на грани вымирания. Морской слон. Морской слон, обитающий у берегов Антарктики, является самым большим ластоногим животным, а также самым большим плотоядным животным. Их вес может колебаться от 2 до 4 тонн и от 4 до почти 6 метров длиной. Меконгский гигантский сом. Это одна из самых больших рыб в мире. Может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг. Название носят по имени реки Меконг в Индокитае, где была впервые обнаружена. На данное время находится на грани вымирания из-за чрезмерного вылова, строительства дамб и ухудшения условий обитания. Капибара. Капибара – самый крупный грызун в мире. Когда они вырастают, становится длиной 1 метр 20 сантиметров и весит больше 60 кг. Как человек. Обитают в Южной Америке, в Бразилии, Венесуэле, Перу и Колумбии. Гигантская летающая лисица. Летающая лисица – гигант в мире рококрылых животных. Размах ее крыльев может достигать 170 см и вес больше килограмма, что действительно очень много для средней летучей мыши весом в несколько грамм. Летучие лисицы не опасны, но их численность стала угрожающей мало из-за чрезмерного браконьерства. Рыба-ремень. Рыба-ремень много десятилетий была предметом загадок и легенд, пока наконец не была выловлена возле берегов Калифорнии. Самая большая известная рыба имела в длину более 5 метров. Ее мертвое тело было найдено выброшенным на берег возле Лос-Анджелеса. Обычно эта рыба проводит всю жизнь, корнясь возле океанского дна, и редко, когда поднимается к поверхности.